Полное описание и точный дата выхода 9 и 10 серии нового сериала «Борщи». 9 и 10 серии сериала выйдут на НТВ 19 мая. В новых сериях мы увидим, как у любителей исторической реконструкции на дуэли убить человек. Мишина задерживают за непредумышленное убийство Могилевского. Предполагалось, что дуэль из-за девушки будет проходить с использованием оружия, заряженного краской, но кто-то заменил патроны на настоящие. Борщев выясняет, что мотивом убийства могла быть ревность. Глава строительной компании Новгородцев подозревал жену Лену в связи с Могилевским. Новгородцев в это время приказывает помощнику вытащить Мишина из заключения, а потом сделать так, чтобы он исчез. Новгородцев боится, что Мишин расскажет следствию о махинациях в строительной компании, где они вместе работают. Мишин просит оставить его в тюрьме, но его отпускают. Борщев догадывается, что Новгородцев вытащил Мишина из тюрьмы, чтобы убить. Он решает спровоцировать преступника и заставить сделать ошибочный ход. 9 и 10 серии сериала выйдут на НТВ 19 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.